начнем нашу послематчевую пресс-конференцию с участием главных тренеров, игравших сегодня команд. Главный тренер футбольного клуба «Факел» Александр Корешков, главный тренер «Звезды» Гарни Ковален. Александр Иванович, вам слово. Как, на ваш взгляд, складывался сегодняшний матч? Ну, нам нужна победа, чтобы сохранить какую-то интригу в борьбе с «Соколом», потому что следующая игра у нас дома с «Соколом», и «Сокол», как информация была, проиграл в «Пензе». Теоретически какие-то шансы сохранялись, конечно, хотелось победить. Но первый тайм немножко то ли принарывались к полю, но какой-то не удался. Зато второй тайм удавался хороший контроль мяча, в общем, инициативу владели. Но отсутствие фланговой игры свело на нет все наши потуги, хотя моменты были. Но не сумели дожать, там видно, конечно, но что делать, это футбол. Гарни Кармина, как складывался матч для ваших подопечных? Ну, коллега правильно сказал, что можно комментировать. Ну, немножко, может быть, не получилась наша игра в том плане, что в большей степени мы играли под диктовкой соперника. Но если в оборонительном плане мы более-менее сыграли, организованно, но вперед у нас особо ничего не получилось. Не получились быстрые атаки, фланговые атаки, и плюс там впереди мы особо ничего не создали. Ну, могли пропустить, но если где-то что-то могли бы и может где-то забить. Хотя конкретно таких моментов не было. Но в целом получилась такая боевая игра, которая закономерно закончилась таким результатом. Вопрос к наставнику Амбоскам. Потасовка в конце матча. Как-то можете ее прокомментировать? Ну, как можно комментировать? Ну, эмоции, ничего страшного. Просто вот мое мнение, судья, если... Здесь в большей степени виноват был судья, потому что надо пораньше, если свистнуть, пораньше успокоить. Он, наоборот, своими действиями, вместо того, чтобы успокоить ребят, он завел. Это нельзя это делать, наверное, тоже все-таки фактор такой судейский. Хотя ребят тоже, мы их не оправдываем, но это эмоции, это ничего страшного. Бывает такое, ну хорошо, что дальше ничего не пошло, а просто остановились. Это мое мнение. Ничего страшного не произошло, это конечно нормально, рабочий момент, эмоции, если без эмоций играть в футбол, в общем-то, это... Конечно, тоже нормально. Нельзя быть стигматиком.